Здарова всем, ребята, Акин по канопроводе, и прямо сегодня я решил проучить одного китка. Но я вам скажу так, я не жестокая скотина, просто досмотри это видео до конца без перемоток, потому что ты будешь просто в шоке от того, что в нем произошло. Я, честно говоря, ребята, даже не ожидал. Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и если вы тоже хотите попасть в прокачку, напишите в комментариях, почему я должен взять именно вас. Ну что ж, всем, ребята, Акин по канопроводе, и прямо сегодня я, ребята, прокачаю инвентарь моего подписчика, поехали! Имени? Меня зовут никак, я твой не подписчик. Ну, честно говоря, ты снимаешь какую-то шляпу, потому что самые топовые ютуберы, все знают, это не мажорный фермер. О! И Снейп. Я понял, Apple. То есть я так себе, да? Ну, типа, ну... Ну, честно говоря, мне не нравится. Apple. То есть я мужик, который просто тебя прокачает, да? Удали канал. Хорошо, то есть я, грубо говоря, тот парень, который просто тебе прокачает аккаунт и пошел вон, да, псина? Типа такого. Хорошо, братик, я понял. Ну что, ты готов к прокачке? Да, хорошо, давай. Посмотрим, что ты делаешь. То есть, получается, это будет прокачка хейтера, правильно? Да, давай. Хорошо, хорошо. Ну что, ты готова, да? Я смотрю такой инвентарь, ну, в принципе, инвентарь довольно-таки скромный. А ты вообще дорожишь своим инвентарем или нет? Ну, честно говоря, он мне очень дорог, потому что... Ну, потому что потому. Так, слушай, я вот смотрю, а зачем у тебя два 5-7 в рейс? То есть, получается, один 5-7 в рейс мы можем продать, правильно понимаю? В смысле? В смысле, зачем? Ты что, идиот? Ты что делаешь? Не, ну можем же один продать. Как нет, думаешь? Ну зачем? В смысле, зачем? Ну ты же хейтер, ой, да? Ты же меня обзывал, смысле, оскорблял. В смысле, зачем? Ну представь, тебе возьмут, зачем? Не надо. Не, ну может продадим все-таки? Может продадим? Да не надо. Ты издеваешься? Да смысл? Так, ну что, я продаю, как я понимаю, ты уже готов, да? В смысле? Да ты дебил, что ты творишь? А, значит я дебил? До свидания! До свидания! Ты ненормальный? Ты ненормальный? Делиться надо. Делиться надо. Ты ненормальный? Зачем так делать? Объясни мне. Слушай, а может быть... Ахр карбон. Четыре наклейки. Четыре наклейки, ты готов? Ты дебил, ты зачем? Готов? Подожди, а зачем ты людей обманывала деньги? Зачем ты людей обманывала деньги? Мне про тебя рассказали всю правду. Ты кидок. Мне рассказали про тебя всю правду, ты кидок, я знаю. Мне спылили тебя. Да сюда, ты смотри, ты дебил, зачем? Ну что, настал судный день. Давай так, я так уж и бы... Эдскин я продам за 0.4. Сделайте небольшую поблажку. Делаю отсчет. Три. Ты издеваешься? У меня сейчас батя работает по IP, он тебя вычислит. Тебя боксом лет 3 года занимайся, я тебя одну, вторую, третью разнесу. Стоп, не надо, не надо, ты что? Не, я понял, все, значит продавать не надо, да, правильно? Да, продаем, да, за 0.5, за 0.5. Продали, братик! Ты дебил, ты что творишь, какая шляпа, ты что? Ты ненормальный? Подожди, зачем ты меня оскорблял? Зачем ты кидал у людей на деньги и ведешь себя как агрессивный школьник? То есть ты говоришь, что Фомас тебе не нужен, правильно понимаю? В смысле не нужен? Ты издеваешься? Четыре наклейки. Брат твой в центре Полтавы, ты издеваешься? То есть ты стрелку мне забиваешь? Батю своего позову. Стрелку? Батю своего позову. Позову, он тебя вычислит. Ты издеваешься? Я тебя сейчас сам набью, сейчас свою братву позову. Они тебя встречат. Смотри. В смысле ты издеваешься? А теперь представь, как обидно этим людям, которых ты кидал. Представь, как им больно. В смысле? Да зачем? А зачем? Ну, пожалуйста. Подожди. Пожалуйста. Стой. Братуха, не плачь. Ну а теперь представь, как им было обидно. Представь, мне пишут подписчики, они потеряли последнюю голду. Просто представь. Я понимаю, тебе больно. Давай так. Я скажу тебе нечто большее. Братан, никогда... Никого не обманывай, друг, не плачь, все будет нормально, стой, давай так, я реально сделаю тебе пацанский подгон, прямо сейчас я с моего телефона закину тебе, ну твой инвентарь примерно стоил 200 голды, я тебе закину 2000 голды, и мы прямо сейчас соберем тебе новый хороший инвентарь, но дай слово мужика, то что ты никогда в жизни не будешь никого обзывать и не будешь никого кидать, и самое главное то, что ты станешь не хейтером, а подписчиком. Ты готов? Я даю слово, что я никогда не буду никого кидать. Не буду больше никогда ничего этого делать. И ставлю руку на свое сердце. Я просто обещаю честно то, что... А будешь лайки мне ставить вместо дизлайков? Будешь лайки ставить? Станешь подписчиком? Просто интересно, твой личный выбор. Просто вот интересно, станешь или нет? Ладно. Да, я стану твоим подписчиком. Хорошо, друг. Тогда прямо сейчас я выставляю скин. Давай скин посмотрим, какой у тебя можно. Смотри, ну давай с тобой договоримся так. Ты человека кинул на 300 голды. Мы специально 300 голды оставим у тебя на счету, и ты эту голду отдашь лично ему. Договорились?
ладно, хорошо. Тогда, братан, прямо сейчас я захожу на рынок. Я, так сказать, я не тиран. Я хороший человек, и, конечно, хочу тебе помочь, дружище. 2000 голды, и, пожалуйста, никогда никого не кидай, потому что представь, как людям обидно. Ты понимаешь, ты только что был готов разорвать диван. Ты только что от горя волосы рвал на голове, понимаешь? А теперь представь, как обидно тем людям, которых обманули. Все, я поставил скин за 2000. Ну что же, ты готов вершить добро? Давай просто запустим хэштег «Делай добро». Просто, чтобы все подписчики, которые, мало ли, у меня есть подписчики китки, чтобы они исправлялись и начинали ставить лайки и больше никогда никого не обманывали. Согласен? Да, я согласен. Плюс 2000 голды. Серьезно? Поздравляю тебя, дружище. Серьезно? Да. Спасибо. Да. Серьезно? Да, да. Бро, прямо сейчас мы соберем тебе инвентарь. Спасибо. Выбирай, что ты себе хочешь. Давай, братуха, выбирай. Вот реально, я к тебе хорошо отношусь, тем более ты молодец. Я надеюсь, ты искренне справился, братуха. Что ты хочешь? Какие скины? 1600 голды. Может, кейсы откроем какие-то? Выбирай, что хочешь. Я хочу себе ножик взять. Давно хотел. Давай, Куней Рипер, хочешь? Вау, да, обалденный нож. Покупаем прямо сейчас? Да, да, да. Давай, 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 давай. Покупаем нож! Серьезно? А, подожди, не туда нажали. Покупаем нож, братан. Серьезно? Я тебя поздравляю. Твой первый нож. Посмотри, посмотри, посмотри. Вау, это твой нож. Посмотри. Серьезно, хима. Ты рад? Да, я очень рад. Спасибо, братуха, тебе, кинь. Я тебе потом еще дам 300 голды, что я дал тому человеку, которого ты киданул. Я тебе потом еще 300 голды передам. Так, у нас остается 400 Хорошо. Голды. Давай купим тебе какой-то АКР, потому что без АКР нынче да, никуда. Да, да. Какой АКР тебе больше всего нравится? Хорошо. Давай, не стесняйся, признавайся, что ты хочешь. Я хочу себе взять АКР спорта, Стартрек. О, вот это очень хороший вариант. Покупаем, братуха, просто сходу. Да, да, да. Слету, покупаем АКР спорт. Вот это да. Посмотри, посмотри, посмотри. Спасибо тебе огромное, Кен. Так, братуха, чего у нас нету? МК Лизард есть, нормально, пойдет, да? АКР Спорт есть, нож есть, сразу все это применяем, чтобы у тебя все это было, чтобы был солидный молодой мужчина. Пища, я сплю, поменять. Я сплю, нет, это неправда, я сплю. Какой тебе АКР нравится, какая МК тебе нравится, выбирай прямо сейчас, прям. Ну, я не играю с М16, мне нравится больше АКР 12 Карбон, честно. Карбон? А что так скромно? 5 голды, ты серьезно? Ну, кстати, скин реально классный. Хочешь, мы его купим, ты решай. Что, нравится? Да, он? Да, да, да. Покупаем, да, да, покупаем, покупаем. Вообще, скот, братуха, если голды не хватит, я еще добавлю, не переживай. Так, давай посмотрим, что ты хочешь еще. Давай посмотрим, что ты еще можешь себе позволить. Какого скина у тебя нету, например? А можешь, мы купим AWM Dragon. Посмотри, какой красивый, нравится скин? Да, 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 да. Слушай, мне тоже нравится, от него кайфую. Давай, покупаем. Оу, поехали. Ой, слушай, круто, круто, круто. Так. Спасибо тебе, Кент. АКРчик, АКРчик. Дальше. АКР 12. Блин, слушай, ну балдеж, балдеж, балдеж. Так, тебя еще остается 200 голды. Слушай, а давай на 100 голды ради интереса откроем один кейс. И 100 голды я еще тебе оставлю, потом еще выберешь то, что ты хочешь. Как смотришь на это? Да, да, да. Какой кейс? Выбирай любой кейс, что хочешь. Ты хоть раз в жизни открывал кейсы на этом аккаунте? Один раз, вроде тоже. Один раз? Ну, тогда считай второй раз. Давай, братуха, поздравляю. Готов? Да, готов. Поехали, поехали. Открываем фейбл кейс. Ох, сколько ножей-то пролетает. Арканы пролетают. Ох, братуха, братуха. М110 кибер. Вот так вот. Вот так вот. Ну, слушай, ну, я считаю, неплохой инвентарь. Я тебе говорю, я тебе еще голду добавлю. Ну, а вы, мои же подписчики, пожалуйста, никогда никого не обманывайте. И у вас в жизни все всегда будет всегда хорошо. Да, и плюс... Становитесь подписчиками, а не хейтерами. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха и... Саня, подписывайтесь на канал Кентуха, пока он топ! Всем пока!